воскресенье в Самарской области ожидается облачная погода, осадки не прогнозируются. Температура днем плюс 19, плюс 25 градусов, ночью 14-16 выше 0. В Сызрани облачно, днем плюс 21, ночью плюс 15, северный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти пасмурное небо, температура воздуха днем плюс 20, ночью 15 градусов выше 0, ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Самаре малооблачно, без осадков, днем плюс 21 градус, ночью плюс 16, ветер северный 3 метра в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 41%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.